Ну что, дорогие бизнесмены и бизнесвумены, давно бывали на обычной простой рыбалке? Если давно, то лично я решила исправить ситуацию и отправляемся сегодня порыбачить. Кто со мной? Путь до речки недолог, но интересен. Хорошо, а ребенок ловит уже рыбу. На что ты ловишь рыбу? На палку? На камышину, да? А, я жду настоящего. Удочку. Никак не принят. Выйду в поле, чисто поле, ё-моё, ой, фух, вот здесь вот машины ездят. Солнце на закате, народ стоит. Местность изведывать. Иногда по кайфу просто вот реально приехать в такую местность и отдохнуть от дел, да, от суеты. Да, причем у нас еще погода сегодня тепло. 21 градус. Ветерок разбушевался. Ветерок. Думаете, зачем палатка нам, да? Да не зачем, просто ребенок захотел, а дед с бабой не могли отказать в таком удовольствии поставить палатку. И Марьянка там лазила. И у нее в ее домике, как она сказала, что-то стоит. Вот там она лежала, тут уже насвинячила. Там орешки ее ждут. Вот так. А сама она пошла, я рыбачить. Ты что ее держишь? А, тебе сказали? У тебя красные на крючке есть? Что, с палочками все как надо. Да. Да. Блин. Там вон люди тоже. Там, там. Много. Вот, видишь, через реки. Ну, зато
просто съедобно. Вон, видишь? Вода, ножик. А, не надо ходить. Это. Иди сюда. Подожди, Коля, не ешь. Дайте нож на секунду. Ты что, пучок со мной? Травка. До чего доводит пост людей? Сейчас. Да где ты там, камышак? Голыми руками крапиву. Так с ней дружить надо, она тогда не жжется. Вот так. Крапивка. В свою палатку. Ничего хорошего. Ох, костерчик. Гитары не хватает и пения под гитару. Закат. Ветер стих, самое интересное. Был слабый, потом сильнее, потом сильный. А, вот на тебе называется. Меняется каждую секунду. Солнце село. Палатку собрали. Собираем причиндалы. И отправляемся домой. Ты бросала на ряд? Нет. Уже рядом. Дынь, быстро. Эй, все.